Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Пеглин. Продолжаем закрывать достижения. Итак, нам надо скупить все у торгаша. С помощью крита руна добиться какого-то пятикратного мультипликатора. И убить всех миньонов в битве против баллисты. Так, давайте сыграем за шарантюриста. Минимальный Шармагеддон, 10. Нужна помощь. Повесть о богатыре Шарославе. Давайте возьмем. Хочется богатства-то. Пять монеток, а что-то мало как-то. Тридцать три тоже мало. С этой локации надо все. Сука. Ну и ладно. Ну и не очень-то хотелось. Фиговенько. Да я понял. Вот отстой. Рассчитывал на нечто другое. Ну, сотка. Неплохо. Мне кажется, неплохо уже. Иметь соточку-то. Прям ровно 100. Он говорит, может, в магаз? Удалить шарик. Нет. Не в магаз. Ну как здесь не получилось собрать? Ну что за подстава? Ну собери здесь.
По монетке прям собирает. Печальная история. Погнали знак вопроса. Вдруг там интересный ивент. Давайте за листочками ухаживать. Вот птичка-то мерзкая. Грамотно и четко. До свидуся. Ну вообще надо что-то улучшать. Конечно, это не дело. Давайте кинжал хотя бы лучше. Ножик для колбасы. Да, то, что бомбочки сносят полтинник, это, конечно, охренительная помощь. Приходится тратить деньги на хрень на какую-то. Так, давайте сходим сюда. Печенька, отлично. Давайте сразимся. Все равно там какие-то слабаки. А может и нет. Да, до бомбочек так добираться будем.
Гаденыш какой. Подлечились. Неплохо, неплохо. Ну, восклицательный знак-то поймать, это конечно. Ну, гаденыш. Не погрешар. Дает кругловкость каждый третий раз, когда в полете активируется крит. Интересно, работает, но это навсегда дается кругловкость или нет? Перебор. Перебор, это хорошо. Вынужден идти на крайние меры. Ну, мы еще заработаем денег. Давайте просто. Ну, 35 хп, ну это как какая-то жесть. Жалко, не зацепил. Ну а эрку-то... Блять, конечно, как же зацепить? Косой. Не может попасть. Лошара. Блять, здесь тоже, ну как же? Ну, сделай перерыв, скушай печеньку, ну. Вот лох, смотри, ударил и промазал. А я ему говорил, лошара. Тупой. У него, кстати, 500, ни хера себе. Блять, ну как мне зацепить сейчас-то? Мазила. О, вот это уже хорошо. Нормально, пойдет. О, тоже пойдет. Все рассчитано. Вообще на изи. Блять, стенка. Ну а где баллиста? Ну, остается только из квестов. Ну, крит руно и что там еще? Ну, скупить все товары.
Хорошо врезал. Добротно так. Блять, я как же зацепить-то? Что-то я щитом перестал пользоваться эффективно. Ничего делать. Давайте улучшим. Да без разницы куда. Да, но денег нам надо очень много заработать. До 300 прям очень далеко. А нам почти 400 надо. Чтоб с запасом. Что-то вообще мне не нравится ситуация. Как мы до такого вообще довели? Ну, давай 400 хотя бы урона. Да, в 400 будет тут. Вот отстой. Ну как так-то, одна какая-то сраная хпшка осталась. Печально. Кстати, неплохо он прыгает. Прыгучесть у него действительно хорошая. Надо в эрку обязательно попасть. Вопрос только, возможно ли это. Блять, не загораживайте так. Не видите, я тут занят. О, вот смотри, сейчас будет красиво. Ну еще пару тысяч. Давай, давай, давай. Вот так вот. Уродов. А печеньку сожрать. Бегаем. Ну давай взятку, ну нормально. Смотри, у меня хорек.
Что до хера какие-то смелые. Не получилось. Сейчас бить будут. О, отлично. Ну а Эрку? Эрку забыл. Вот здесь Эрку еще. Восклицательный знак возьми. Вот здесь, вот, вот он. Да вот он! Ты еще дебил, что ли? Вот здесь. Ой, с кем приходится работать? Вот хорек. Ну это я сам, конечно, косячил. Ладно, все, отправляем его в нокаут. Как нет? Ну как так-то? Монетки тогда забери. Ну, наверное, все-таки надо. О, Эрка задействует крит. Давайте возьмем. О, отлично. Хотя, что отлично, непонятно. Ну, Эрка или, блядь, ну что ты, как мудила полнейшая. Тридцать бронебубликов. А ты не прихерел, родной? Че не ты еще сразу? Печеньку съешь. Ой, какая шляпа. Восклицательный знак где-то за щитом спрятался, конечно. Ну, Эрка вот здесь, ну вот здесь она, вот это точно, отлично. Видишь, я ему подсказываю, он бы не догадался. Так, надо лечиться или не надо? Наверное, все-таки надо. Пронзают врага. Давайте возьмем. Так, погоди, погоди. А монетки?
Так, ну это неплохо. Вопрос, куда идти? Или сюда, или сюда. Сможем ли мы победить книжку? Нет, давайте сюда. Все-таки я хочу в магаз сходить. Книжку, стенку. Отличная реакция. Бомбочку я, правда, задел. Косой. Не может попасть. Лошара. Вот-вот-вот, хоть куда-нибудь. Неплохо, еще две монетки взял. Котик. Неизвестный проход. Ну, блять, нахер мне какой-то неизвестный проход? Ну, что ты за херню предлагаешь? Это называется повесть о богатыре Шарославе. Похоже на шляпу какую-то. Так, монетки активируют крит. Давай. Активируй. Ну здесь монетку-то забери еще. 280. Ну все это неплохая вещь. Порох в пороховницах. Так, а здесь сколько цена? 70, 50, 120, 165, 365. Не, давайте просто удалим. Дорого это все. Дорого. Надо было сюда идти. Ну кто ж знал-то? Плохо врезал-то. Давай через монетки крит активируй хоть как-нибудь. И монетки сожрал. Ну ладно. Косарь нормально пойдет.
Смотри, сколько денег. Мы уже близки к выполнению миссии. Отлично, полторашка. Хорошо врезал. Тоже пойдет. Так, а вот еще монетки надо тут забрать. Да-да-да, монетки собирать. У этого клоуна. Вот здесь монетка. 32 хп у него осталось. Повезло тебе. Клоун. Количество сбросов уменьшается. Давайте. Я могу просто с кинжалом пройти все. 60-й Шармагеддон. Вообще может ничего не уметь. Ничего не знать. Пройдешь. Кстати, посмотри, сколько у меня денег. 340, я уже очень близок. Улучшить все камни, удалить шар. Ну, конечно же, удалить шар. Тут аж два магазина. А здесь будет интересно пройти, если я закуплюсь в магазине, я же дерьма там накуплю всякого. Инвестировать Азартлену? А что это такое? Ого, прекрасно. У меня как раз есть несколько замечательных возможностей. 340 золота, 170. Вот это да, вот это да. Не, ну я не рискну, ну просто... В следующий раз посмотрим. Если бы там десяточку можно было проинвестировать. До свидуси. Триста семьдесят. А, ну тут разницы-то нет. Тут же единица урона всего. Что-то это мне не нравится. Ну что, у меня такая прыгучесть. Я еще могу тут подохнуть.
неприятная ситуация. Водопад. И что там за водопадом? Опасная тварь. Отлично. Ну как? Опасная тварь. Тебе понравилось? А денежки-то идут. Как еще не все? Тогда печеньку съешь, родной. Золотое крит-руно. Самое интересное начинается. Когда ты несколько восклицательных знаков, ну где мне их, блядь, взять только? А, это ярко и этот. Мне надо, видимо, 5 штук, да, активировать. Вот говнюк. Ну наглость-то необыкновенная. Ну, зато уже точно не проиграю. Блять, ну почему нет ничего хорошего? Тут просто два магазина. Приходится... Я уж думал, сейчас он выпрыгнет. Так, ну все, скупаем. Или как? Так, 75 и 80. 150. Ну, это вообще на изи. Блять, сколько ж тут говна. А, как я не... Как это я не проиграю еще? Мне кажется, тут можно сдохнуть. Отлично то, что они все стоят. Блять, ну стойте на месте, мудаки. Thank you.
Ну скушай печеньку, родной. Блять, эти бомбочки затрахают. Жалко, что критов нет. И опять же неудачный расклад. Может, это 5 эрок восклицательных знаков надо мне зацепить, чтобы мультипликатор этот чертов получить. Блять, отлично. Мы идем. А, мы же лечимся вот здесь. Давай, 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 подлечись. Родной. Блять, не засчитали? Как так-то? Давайте 2 единички, конечно. Херня какая-то получилась. Блять, просто хуительный бросок. Теперь и проиграть не страшно. Ну, все уже сделали. Две печеньки съел. Ну, блядь, это не урон, это фуфло какое-то. Хотя бы одного уничтожил. Ну не повезло. Ну видишь, я набрал кучу шаров, которые мне не нужны. А в остальном просто нечестно. Все, осталось только с баллистой разобраться. Но это мы и сделаем. Я думаю, что это простое достижение. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.